А там в этих, в этих 50 оттенках серого хоть раз пенис показали, нет? Почти до этого дошло. Но нет. В исчезнувшей показали пенис Бена Аффлека просто вот на весь экран почти, на секунду. Вот это так именно показали, и все. Машенко. Да, Машенко. 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 Машинка. Машинку миллиардера или кто он? PlayStation. Будет рада за нас. Вы еще эту маску Маска подпишите. Если можно. Надо придумать. PlayStation. Чё нам надо? Escape план и прочее. Скорее всего, это вертолет. Же... Это же актриса снималась в «Остаться в живых», не... да? Нет, это актриса говно какое-то, которую нашли так же, как я актриса первый для раз «Сумерек». Видел. Потому что все остальные отказались. Адекватные личности. «Остаться в живых», ребята, нормально. Нет, нет, она не «Остаться в живых», ты что-то путаешь, нет. Это «Лост», ты дурак, это из «Лоста», я тебе говорю. С какого «Лоста»? Это который выше «Лост». Или как там? Взял, оскорбил. Нет, из «Остаться в живых» француженка, да, это она. Дакота Джонсон, которая француженка. Ну-ка. Нет, это не она. Блин, как ее зовут? Это она. Здесь. Не она. Я это посмотрю. Не я она. Я сейчас смотрю. Если француженка, это то не она. Она. Это нет. Она. Да как да. Это она, если я сейчас смотрю ее страничку в Кинопоиске, и там не написано то, что она снималась, и «Остаться в живых». Что ты мне чешешь, а? Илья, ты дурак, ты не понимаешь, это она. Это она. Черт. Понял, да? Она похожа. Значит, это ее сестра. Она в социальной сети снималась, но я не помню, у кого она там играла. В Need for Speed она снималась. Бомжиху очередную. Бомжиху в Need for Speed. Мачо и ботан. Need for Speed, это где этот? Yo, Bitch? Да, Джесси. А вы вообще помните эту... Которую я не... «Остаться в живых» француженку, вот такое. Да. Это вот она и есть мясник, ёпта. А, ты про это что ли говоришь? Про кого? А, ты про мясника! Ты твою мать! Ты просто... Боже мой! Оттенками спанки. О, уже есть. Мы 50 оттенков серого, что ли, смотрели? Да, я думаю, ты что-то вообще упоролся. Но мы-то думали, ты про это ведешь речь? Нет. Про оттенки свои? Нет, я так скажу, что какой из кинант? Геликоптер, я да? Я не помню. Давайте геликоптер возьмем да. Поближе будет. А вообще 50 да. Оттенков, давай. Там нету француженки. А там нам надо будет нам же воду качать. Там может не вода быть. Там не вода может быть, там может вертолет быть. Там рандом, в зависимости от того, где расположен этот вагон. Который. Ну то есть, если вагоны наверху, то скорее всего вертолет будет. А если внизу, то будет эта помпа сраная. И если мы пойдем через вертолет, то нам не придется уходить через дорогу, где козлы приезжают постоянно, когда мы уходим. Короче, надо еще тогда что-то на 2 очка купить. Можно отсрочку купить. Отсрачку. Ну или 2 вагончика себе замутить. Вообще, самая шикарная штука вот сидеть вот здесь. Где-то. Где? Вот я на карте показал. А где мы будем резаться? Резаемся мы вот здесь. А, охереть. То есть в угол самый дальний слева. Ясно. Нет, мы резаемся внизу, бежим потом. А вот тут же что-то где-то снайперы, да, вот здесь обывают. Они или здесь? Они будут доставать? Здесь. Нет, они будут доставать, придется их убивать. Ясно. Ну вот здесь кошерное место. Сидеть. Ну так что мы с вами? Что еще можно взять? Лестницу можно взять дополнительную. Ну давай. Ну потом а чтобы. Еще чтобы можно не, монтировку не искать. Взять, не знаю. Не, да, монтировки давайте, там. Монтировку. Не, монтировка и до хера в середине лежит. Это вообще бесполезная херня. Можно один заказать, осталось один заказать какой-нибудь. А что за подрывник, эксперт? Ну вот, это как раз можно заказать один из вагонов, который будет лежать в том месте.
Давайте вот закажем какой-нибудь поближе, вот здесь я заказал один. Флик вообще не в теме. Let's go! О, что мама! Что я вообще про 50 оттенков? Я говорю француженка и за сейчас начнутся твои 50 оттенков. А, замечательно. Спасибо, ребят. Уважаю тебя играть. Термопаста. Возьми термопасту. Я пошел сразу ставить все. И находить. Ясно. Обожаю игру, в которой, когда начинаешь играть, вылетаешь. Я нашел. Они, кстати, поменяли в апдейтом то, где... то, как забираешься на лестнице. Он еще один мудак бежит посередине. Свяжите его. Ну, там было тяжко забраться на лестнице, на самом-то деле. О, какой коннект. А, нет, норм. Нет. Нет, не норм. Что за бред? Ты с этого, что ли? КС выключил? С Красноярска? Красноярске я бы вообще не зашел. Ой. Так, подождите. Стройки. Контролс. Но нам надо будет сет. А, да, надо будет еще посмотреть, где есть этот. C4. Так что открывайте, наш. Смотрите. Ты решил нож вытащить опять, да? Но да, норм нож. Какой у тебя, бабочка? Обычный, бомжовский. С тагнеймом. Они сейчас придут уже. Дрелька здесь нужна. Короче, я дрельки буду ставить, или ты поставишь дрелкс? Но у меня этот... Ладно, я поставлю. Штурмовик. Я поставлю. Без разницы. У тебя прокачанное? Нет. Я тоже. А, это же дезвиш, надо же убивать тут. Я думаю, вы чё, я один тут стреляю, такой. Не, я забыл просто. Я пошел искать, не, вы стреляете, я пошел искать. Я так классно, ребята, прикрываю. Я бегаю, бегаю. Так, вот кто? Кто? А, ясно. Перевернутый вагон, замечательно. Чувствую, надо вообще наверх убежать. Ну, все. Я подниму. Может, надо было мне ставить, да. Я же забыл, что ты слышишь, но сам проходишь. Вы это, вы бегаете, я буду подсоединять все. Я буду, я все подсоединяю. Да? Да-да-да. Ну, я вообще стою. Что ты меня хочешь? Нет, ты не попадешь, нет, не попадешь, нет, попал, вот же сволочь. Не вижу. Ну, все тут. Ух ты, сдоминировал одного. Нет, не бей меня. Ким. Еще одного задоминировал. Нихера тут. Поле доминации. Даже 50 оттенков серого не нужно. А вон. Все, вижу. Я убью. Я подниму, я подниму. Ясно. Я серый. Понял, понял, я понял. Иди сюда. Я понял, да? Я тебе поставлю птичку. А чё мы патроны бросаем в этом, в вагонах? Иди сюда, ключись. Где ты поставил? Да, вот это. Рядом с вагоном. Я уже понял. Стоп. Тренировать. У Кати много рядом с тобой? Блик, можно законвертировать? Я могу умереть, потому что смотри, видишь? Снайпер цели. Я сейчас упаду. Ну ты, может, поднимешься? Спасибо. Сейчас упаду, Флик. Фак, мы упали. Вон там вот этот дозер я вижу. Два дозера. Упал. Чё-то как начали. Ну мы долго соображали просто.
Не, я-то сразу побежал. Я не знаю, что вы там. Короче. Вам надо просто заныкаться и отстреливать их где-нибудь в углу. А не понимаю, зачем тебе флик побежал? А что? Я буду все подсоединять. Я пытался убежать от снайпера. Потом уже сказал, беги за мной, потому что я был серый. Геликоптер. И мы все сдохли, да? Не, ну я тебе поставил аптечку. Все дела специальные, и ты должен был назад убежать. Ну хер с ним. Я попытался. Мне сначала отстреливать надо было, наверное, нет? Дилей, я думаю, в жопу. Нет, в смысле, лестницу? Нет, лестницу надо, да. Фак. Дилей в жопу тогда. Now... А тут иногда бывает, они вообще не приезжают. Возьмите там термопасту, всё, фигню. Да-да-да-да-да-да. Everybody down! Сучка. Сучка. Тут нет вагона на привычном месте. Охереть. What the fuck? Я вообще не вижу вагонов. А, нет, вижу один. Меня сейчас только что переглючило. А ты с чем долго бегаешь? Локомотив Донатус. Окей. А ты как? Команда и судья. Окей. Все вагоны наверху. Равшанов связывайте, Равшанов связывайте. Вертолет должен прилететь. Еще Равшан. Скиллы на хп, да. И они все нахер перевернуты, ищите лестницы. Капец. Не тот. Я лестницы не вижу, вот нашел одну. Уже дядька злой. Да фак. Нет, здесь вообще не повезло с раскладкой, это охереть. Они все перевернуты, и у нас всего две лестницы. Три. Я нашел. Ну он бегает пока. Нашел? Да. Охереть, меня уже забили. Сейчас уходу. Снайперы. А нет, клокер. Они что-то понерфили, потому что я сейчас попадаю, вроде попадаю из... пушки, а выношу только с 15 патрона. Чё так то? Куда? Вообще ничего не понимаю. Тут придут. У меня броня не восстанавливается, отлично. Алло, броня, восстанавливайся! Спасибо! Норм вообще. Откуда? Так, я, пожалуй, аптечку вам оставлю, сам подлечусь и побегу. Поставил аптечку, если чё. Какого хера они все перевернуты? Снайпер. Еще снайпер. Ой, где-то? Я не понимаю, откуда кто меня бьет вообще. Вверху я никого не вижу. А, вон, я вижу. Это был снайпер. Капец. Супер. Меня убил. Что-то вот они вроде так наверху сидят, а... Ох.
же есть. Это туши. Так, это лестница, да? Я погнал тогда. Дон. Конечно, дерево не простреливается. Это же дерево. Дозер. Офигеть. Патронов нет. Спасибо. Встань. Я сдох. Бегу к вам. И снова сдох. Что там сзади побили? Тут какой-то пацан бьет сзади. И я снова сдох. Обалдеть. Я, кстати, серый. Ай-ай-ай, я все попадаю. И я тоже серый. Ой, потрошки. За камнем аптека. Сверху, сверху, сверху они появляются. Смотрите, сверху. Ага. Пошел я наверх. Надо переставить лестницу с одной стороны на другую. Сейчас, подождите. Убирайся! А, бляха, у меня уже лестница. Да-да-да-да. Тогда я это здесь поставлю, а ту заберу с другой стороны. Ай, это кто стреляет? Да, без скоростного насоса будет хреново. Сколько минут обычно? Что-то 6, что ли? Это сильно. На дезвиша. Не, считай, он улетать еще будет. Офигеть. Ой, тут скулдозер, нормально. Ладно, пойду выясню. Убрал. What the fuck? Хер поймешь, какие надо вскрывать, какие не надо вскрывать ящики. Не ящики, в смысле. Тест просит у меня трансляцию. Вы издеваетесь, мне это не лучше лагает. Убил. Десу? Дес хочет мою трансляцию посмотреть. Не, просто Дилка сейчас сказал, убил. Дебил, говорю. А, мне зашли. Дебил. Ну, там тоже нормально был вариант. Отлично. Где этот пац? А, у меня же не прокачан урон падения, что-то я распрыгался. Йоу! Эйч! Оу, ты что-нибудь сказал, что это хватит? Окей, я два вагона уже открыл, и тут, короче, нечего вскрывать. Да, может, ты умрешь? Спасибо. Покер, да? Может, слепой, еще не вижу? А еще? Да, там вроде один спустился. Вот вы что-то придумали, какую-то херню с этим стримом, стимовским встроенным. Хотя он лагает. Он вообще лагает, ну ясно, понятно, стрим. Что ты хочешь? Нагрузка на прок. Нет, по идее он должен юзать новое железо, которое типа позволяет стримить без нагрузки на процессор. Да, такого не может быть. Может. Shadow Play от NVIDIA, я же записываю, и можно ими стримить. Фак! Снипер, снипер, падла, снипер. Я не знаю, откуда снипер. А, вон вижу. У вас сбоку снипер. Да, кстати, я упал сейчас, мне надо будет поднять. Я за вагоном буду сейчас. Я не вижу. Нет, не убивай меня пока. Оп. Ага, вон. Тут один. Давайте чувак стоит сдохну, за квадратиком.
тоже пошел в сдох, ясно? Отлично. Не стреляйте в меня, не стреляй. Я сказал, не стреляй, ты глуп. Один парень просто троих завалил. Там не один. Там их много. Да. Просто я всех убил. Кто прибежал. Так, взять R93, что ли? Потому что я что-то дозеров не вижу ничего. Ну, я одного убрал. Ну и один черный был. Не-не, давайте вот этот поставим. Вот этот, берем вот этот поставим, чтобы было укрытие. Вот здесь вот. Слева сверху. Вагон. Excellent. Time to put it to the test. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, нет, флик переодевается. Нет, а. Значит, сок пил. Да, конечно. Носик попудрил. И нет. Люди нормальные не пудрят носик. 82-28. Снова нету вагонов ближних. Охереть, везуха, опять та же сам раскладка. Охереть. Не самая лучшая, да, я так понимаю? Да, надо просто муж собираться на каждый. Что говоришь? Рошанов, да, лови? Шахидов надо? Да. Я даже его с собой одного возьму. Ну, он тебя пока дойдет, там уже полиция придет 20 раз. Нахера заказывать ломики, если ломики есть посередине карты всегда? Я вот этого не понимаю. А ты куда пошел, мой друг? Самый верх? Ты мне не сюда? Или ты не мне? О, короче, хер с ним. Так, нам нужна лестница. Да мне и с одной хорошо. Ну да, можно найти. А вон там проверьте посередине. Надо проверить посередине, который стоит нормально этот вагон. Он застрял, он не может идти наверх. Мы водили целых пятерых заложей. Но он не хочет, он застрял. Где вы их хранили? Мы увезли туда, на это на лодку. Да прям в край, туда никто не ходит. Люди. Нет, это Равшаны. У меня есть, короче, этот. Лестница надо, нет? Мне нет пока что. Вот это что проверить? Да, залезь наверх, наверх проверь. Скорее всего там, потому что я все проверил. Ну, может, я залезу все-таки? Чё? Ну, хранилище у нас, поздравляю. Сейчас. Вам чтоб дрели не ломались, которые я поставил, вообще было бы кошерно. Потому что из них нихера не видно их. У меня тут пацаны. Может перестаньте меня попадать? Спасибо. 50% додж, все прилетело в меня, короче. Бывает. Может ты еще ГОСТа качал, чтобы в тебя все летело? Да что пудово. Мне оно так нужно. Тесс любит это. Тесс мазохист. Тесс Анастейша, короче. Любит, когда все в нее или в него. Что-то тут напердели. У меня... Я понимаю вас, я убил его. Норм, да? Я что у вас? Убил, да? Но у нас был клокер. У нас клокер был. И сверху снайпер. Я его убил. Где снайпер? Where are you, my friend? Where are you? Я упал. Убил снайпера. Я упал, здесь было два снайпера. Там трайзеры, булдозеры идут, еще не чьи. Я трайзера убил. Да я слепой. Я слепой.
Поднимаешь меня, поднимаешь? Куда бежишь? Вилкс, ты меня поднимаешь? Ёпта. Да-да-да, я вижу. Скулдозера убью. Да я его повысил. Я серый. Лечись. Я поставила. Кинь тебя плечу. Я поставила. Я еще одну поставлю. Так скажи где, давай больше. В углу. Кто на себя поставила? В углу, в углу. Около нас. Да я уже, да. Я уже понял. А-а-а, я ничего не вижу. Матрошки, меня подняли. Ну сори. Так быстро поднимаете там. Я пошел я смотреть. Там еще скулдозер. Отлично. Занимайтесь, короче, пацаном. Его нет. Ясно. Подцените шланг потом, когда прилетит, мудила. Я побежал искать C4 и прочее говно. Кого заорали, где моли? Мы же золото не берем, да, вам насрать, да? Нахер золото, мы проходим, дезвиж сам. Дезвиж изи! Поднимай. Да, да, да. Где-то снипер. Либо в стороне, либо спереди на мосту. Олаф, убивай их. Ну, Олаф, ты чё? Ты сказал снайперу, который Олов, да? Ты Олов, бля. Я, короче, полез подсоединять ключ шланг. Ты посмотри, там они... Блядь. Что за говно? Что происходит? Я присоединю, сейчас прибегу. Если у меня... Я подсоединяю уже. Меня убили. Я подсоединил. Здесь много парней. Я сдох. Я далеко валяюсь, но здесь вроде чисто. Я не привык. Я мой козырный сейчас опять. Снова упаду сейчас. Мне тазер сейчас своего летчика подсунул. Он хотел меня поцеловать, что ли? Я такой, привет, бро. Нарисовый парень. Так, я, пожалуй, подлечусь и патронов возьму. На аптечках не экономим, да? Попадание. Ну, как сказать, мы серые? Были, ну, просто. Ну у меня еще одна есть, если надо. Тут еще два заряда меня есть. Тоже прокачано. Да отвяжитесь от меня, уроды, а? Где? Вы там справитесь, да? Не знаю. Наверное. Блять, это нельзя было открыть. Я здесь не поставил... А, здесь ничего нет, потому что... Зато дрели не заедают. Что за херня? Да, вот ты снайпером стал. Ууу, полегче сейчас будет. Солик? Хуже. Да? Как сейчас Кабум играет снайпером, вот я так же играю. Который первый, а не который второй. Второй вообще жесткий. Эти бразильцы только такие. Эти бразильцы. Снайпер. Они, кстати, они бразильцы? Бразильцы. Нет? Ну, да, Кабум. Да. Интересно, а бразильянки есть в КС? Как они играют? Как они просто танцуют. Опять золото. Выходят и танцуют. Куда ты? Ты дебил? Какой нахер улетел? Не, ну он пошел заполнять. Заполнять дневник пошел. Ай-яй-яй-яй-яй! Вчера там я щит подумал. Он десантируется. Там щит десантируется. А я подумал, что погон падает на меня, я так перепугался. Я еще какой-то вагон пропустил, что ли? Что-то пропустил?
ты бы видел это капец. Ты никак не найдешь вонючий это. Не могу найти C4. Я думаю, что-то не заметил, поэтому я сейчас буду скрывать все. А что-то пацаны отходят? Они с прошлого раза что ли отходят? С прошлой карты? А, во, нашел вроде как. Да, нашел. Угу. Не заметил тут. Че нашел? Кого нашел? C4 нашел. C4. Все, я сижу с вами. Больше ничего не нужно. Попробуем. Да не бейте меня. Им куда-нибудь надо еще в интерфейс поставить значки скиллов, которые работают в данный момент, там, допустим, добавление хп. От ложа. Да ты... Десант, парней! Ой-ой-ой! Пукли! Fucking читер! Motherfucker! Слепой! Я слепенький! Там вон десант пошел с вашей стороны. Ты инфу-десу теперь даешь с вашей стороны? Ну где ты обычно стоишь? С твоей стороны. Я не стою, я бегаю по всей карте. Моя это сторона. С левой стороны вагона. Вся карта за вагоном у тебя. У тебя какое-то ограниченное мировоззрение. Твой выход. No. Я бегаю. На, иду. Ой, я должен с дыркой что-то сделать, отлично. Прекрасный у меня выход. Прочекать дырку. Подсоедини шланг. Вот так прекрасно входит в эту дырку. Входит и выходит. Сейчас подниму. Попробуем. Поднимать? Да. Ну блин. Ну да, я же тут лежу. У меня щит не сантировался в стену только что. Он из стены вышел. О боже. Это карта. Я не знаю, что такое десантирование. Их обучали. Конечно, чувак не успел дислокироваться и уже бежит на меня стрелять. Я серый. Смокер. Он никак не сдыхал. Они реально из стен выходят у меня. Пиздец. Патроны еще кинул. Снипер. Я упаду сейчас. Там бульдозер. Упал. Поднимайте. Снипер наверху, осторожно, на мосту. Вижу. Убрал. Щит. Ганг щит. Да ёперный пятнадцатый. Феликс, ты бы спрятался? Ну, уже. Ясно. Там дозер, что ли, я видел? Да-да-да-да, сейчас его снесу. А, уже. Меня тайт. Никто не тайтит, не ври. Как он выпал, а? Слетел. Ты плохо вставил. Я сейчас упаду. Такое бывает. Слишком гибкий шланг. Все понятно. Да. Не поднимайте пока. А, ладно. Подстоишь. Я ничего не вижу. Сейчас, мне кажется, я вижу, бы там бы не ошибся. Я даже не буду слушать вас. Я не знаю, о чем вы. О чем вы говорите? Я просто не читал, не смотрел. Я как-то больше по Гарри Поттеру. Ну то же самое с Гермионой. Ну там вот порно в седьмой части в конце такое. Такая же страшная и плохая. Серьезно? В Гарри Поттере есть такие моменты? Я опять просто упал. Читал, только фильм смотрел. Все. У меня еще есть одна аптечка. Подожди, меня поднять надо. Я черно-белый. Поднимай. Да-да-да. Ой, там дозер, тайзер.
И... Дозер, да. Тазер. Наши да, любимые друзья. Есть. Сраный конечно. Тайзер, иди в жопу. Что ты делаешь? Гранату кинул. Что ты делаешь? Что ты делаю? Тейк да лужа. Можно было бы там предупредить. А о чем? А С4? Там, если что, дозер так выходит. Какой дозер? Ясно. Хераси. Я не могу запрыгнуть. Что за ледер? Я какой-то ледер взял. Короче, не идите снизу, идите сверху, потому что снизу не запрыгнуть. Все, заходим внутрь, забираем лут. Только сниперов надо вынести. Уху! Уху! Вася, дай мне мешок. Нашел. А чё мне брать? Бери все 400. Сейчас мы выкинем их. Ясно. Да ты... У меня ж... Я... Да я это не прокачиваю. Вот, наконец-то, спасибо. Все, выходим. Может, посидим, подождем следующего перерыва? А, надо подождать вертолет, он же сюда прилетит. Все, он сюда прилетает. Ну все, изи. С третьего раза. Я в какой раз на карте? Нет, пятый? Второго дня, да? Нету. Они, кстати, добавили еще больше гражданских и копов на карте, как она, Доки Ярд. Mm-hmm. А раньше их было немного, да, вот вообще. Ну да, там пару человек. Мы быстро, кстати, сделали этот ачивку за 60 секунд. Да. Да. Ну мы сели, поставили. Что давай за 60 секунд сделаем? Ну давай. Хоп-хоп с первого раза. Это надо без деса делать. Надо. Ну да, без деса. Ну там просто один влево, один вправо, хоп-хоп, по-быстрому там. Если тебя спалили, джиннер бросаешь, погнал. Я посмотрел, как этот Макбедос Бигойл первый день сделал. Со? Снайперкой, да. Я видел это знаю, онлайн. Четыре чувака. Ходили. А час. Четыре, он соло. Ну, соло, не соло, зачем? Четвером-то полегче будет. Так там он один со снайперкой. Это просто изврат какой-то уже. Человеку заняться нечем. Ну да. Он для себя уже челленджа. Что там, оверкил у них не писали? Нет, они в 1 февраля, по-моему, закончили этот конкурс или что это, соревнование. И, в общем, ничего я от них не увидел. Надо задонатить, может, увидят. Этот completely overkill pack. Секретная вещь. Слушай, они вообще ничего не написали, кто выиграл, кто чё? Не, может, написали. 1 числа только это, заявки закончили принимать. Может, сейчас сидят, все видео просматривают. Да нет, потому конечно. Потому что они как бы обязаны это показать победителю, я серый. Слушают, как ты там приглашал Аумера на гуповуху. Вдумывают твое предложение. Я не его представляют, кто будет из них Анастейшей, а кто будет этим. Кристофером. Кристианом. Кристиан. И вертолет полетел. Пора сваливать, что ли? Ну, можно подождать. Давайте подождем перерывчика. Давай. Ну, патроны есть, аптечки есть. Тебе что-то надо еще? 70 метров, так-то далеко стоить. Да, вы не дойдете, я думаю. Ну, да. Разве что по стеночке. Потом вниз сразу. Не кажется, или они отходят? Отходят. Берем сумки, уходим. Лечимся и уходим. Никто лестницу случайно не взял, посмотрите. Нет. Бомб. Все, никого нету. За довгоном прячьтесь и гол. Да. Нет, снипера где-то видел. А, вон, вижу. Забрали. Парни, поспешите с этой хуйней.
Ну, скидывайте кто-нибудь мне. Катя, скидывай. Все скинули. О, побежал, побежал, пацан-то. Окей. Не докинул. Вы издеваетесь? Все нормально. И сейчас нас так всех уложат. Дох. Счастье. Так, закинь внутрь. Окей, все, уходим. Все, уходим. Изи. Ну это просто было. По сравнению с Хокстоном. Ну да. Да, Хокстон тоже изи. Надо вопрос прокачаться. Ну кто в топе? Конечно. Опаньки, они добавили голос Бучер. Окей. Ну вот по голосу они я ее узнаю. Меня в топ. Бучер. Нет, я вырежу тебя из топа. Мне лям опыта дали. Мне тоже. Куда его мне девать? Тоже. 1 200 000. О, меня прокачали. 77. 42. 78. Ничего себе. Вот это апнули. Лево. Деньга. Нормально. Ну, красавчик.